такі вкусні ці. Попробуй трубочки нать. А чай будеш? Ні, я тільки соліна була. Попробуй трубочку, попробуй. Трубочку бери. Це домашня? Ні, це в заведенні такому були. Ще один буде. Пробуй. Обалденная. Угу. Да? Угу. Вообще классно. Мам, как ты себя чувствуешь? Шо? Как ты себя чувствуешь? Ой, сколько всего, боже. Какая самбелка, как вы себя чувствуете? Ребята, смотрите, какие помидоры. Это девочка Алина, мы в батлах познакомились. Ее мама, ну родители, купили тут всякие. Тут. Поехала, да? Да, да, все. Вона далеко тут живе. Мам, я ж не знаю точний адрес. Ось які помідори. Помідори, так? Да? Вообще супер. Тут скільки у нас їди, Надя, це просто капець. Це страшне. Як нам їхати? Там холодильник, у мене тут скільки у нас. Много, так? Да? Ну, а ви їли щось? Так, так може поїдіть? Курицю. Тебе додавиться собака їхати. А що нам, мам, машина є, що нам додавиться? Ну час запаха нету. Чи ви проветривали, чи що? Куди ти пішов? Та тут я. Покушати. А ти що бачиш, да? Що я бачу? Біле пішло в ту сторону. Оце так. А до цього ти не бачила і білого. Ти боком бачила. А центром бачиш глаза? Отак. Центром. Та оце ж центр дивлюся. Бачиш біле, да? Да. А до цього не бачила. Ти не наклоняйся сильно. Ровно, ровно ходи. Сама твоя, я дуже два рази ходила. Зараз лучше видиш, мам? Ну, то бачу. Щоб дуже хорошо, я не скажу. Вот. Не, ну все равно мы сегодня были, ребята, расскажу вам сейчас вкратце. Мам, ну пелена, что ты хочешь, только сутки операция. Ну, господи, сутки. Это, в общем, ребята, сегодня были в этом... Мы назначали через месяц. В больнице. Хочуть побачить. В больнице были. Значит, показали снимки. Вот были снимки до того, то есть была сетчатка, вот которая лежит, она была вот так. Вот так. Горбом. Да, вот таким вот горой. Как горбом. Сверху это был снимок, такая темное пятно. Красное такое. Сейчас сетчатка лежит вот так. И слегка сверху, если смотреть, вот она как такая розовенькая, жилочки видно. То есть нема. Черного пятна нема всего. Да, это же было пятно темное такое, да. Это как кровь, та, которую они выдали. Никакого секрета нема. Не надо догадываться, в какой клинике, в какой шо. Клиника называется он, кому надо. Центр этот, врач Рубан, имя, отчество, я, честно говоря, не помню. Не помнишь, мам, отчество? Отчество не помнишь врача, мам? Да не помню, я тоже запоминала, чи Дмитрий. Не, меня Николай Андреевич. Ну, в общем, посмотрите Николай. Рубан, да. Фамилия в интернете, да, найдете. Рубан, вот, хирург по глазам, вот, найдете, это мне тоже посоветовал Ярик Лата, спасибо, Ярослав, тебе огромное, действительно, он сегодня пришел, мы пришли, он показал снимки, которые были до того, вот эта сетчатка вот такая была, вот так вот, а потом она сейчас стала вот такая ровная, вот этого темного нету, что по центру, есть огромная вероятность, говорит, что где-то она начнет как бы, ну, приживаться, вот это, там же силикон, и начнет приживаться, и начнет где-то глаз, какой-то участок начнет видеть больше, то есть периферическое по-любому увеличится зрение, ну, говорит, еще такие операции там раньше мы не могли делать, сейчас все идет вперед, медицина, и очень довольны они результатом, потому что показали прям КТ, не то, что там со словах. Да, он говорит, что... Он просто, он, мне кажется, даже не ожидал, что такие результаты. Ну, не знаю. Там. Хочу еще сказать огромное спасибо Олесе, Олесенька, Катюнька, спасибо тебе большое. Она и в монастыри ходила, и там какие-то, не знаю, что она делала, но она работала. Я конкретно никогда не допытываюсь, что она делает. Она очень ругала, чтобы я не рассказывал в Ютубе. Она говорит, ничего, потому что СМЛ нельзя рассказывать, нельзя. Правда. Ну подержи, говорит язык, ну помолчи, ну пожалуйста, я же работаю. Она тоже, говорит, я говорит, работала, ну, когда... Пишут. Она говорит, я говорит, тот раз работала, аж заболела, говорит. Когда вот мы приехали, чтобы у вас получилось, чтобы взяли, чтобы именно согласились сделать операцию, потому что она говорит, ну, могло все что угодно быть. Сказал бы, не будем делать, мы не можем помочь, и все.
Говорит, я сделаю все, чтобы постараюсь, чтобы взяли. Потом в день операции и до операции она все время, Самвел, когда начинается, сразу напиши мне. Как только закончится, напиши мне. Она вообще, спасибо она тебе. Она звонила на Мачура. Олеся, да? Да, она звонила, тоже пыталась, Васильевна и балакала, за мной и балакала. Ну да, она, конечно, да, поддержала и колоссально, и я очень благодарен. И я кажу ей, кажу, Олеся... Кто бы что там не писал, гадости, там люди писали, ой, что он про Олесю ничего не говорит, уже что разругались, мы не разругались, мы общались каждый божий день. Олеся, я тобі благодарю за ті дві жінки, що до тебе обращались. Вони дуже довольні мені, дуже. А мені вчора в тіктокі жінка писала, що... Телефон, он хай Надя скаже, хорошо так написала. Я думаю, Тетяна Васильівна, в скорому будущем ми з вами зустрітимося. Я хочу з вами поближе познайомитися. Ну, люди писали в тіктокі. Ти балакала, да? Да, вчора балакала. Балакала. Она молодец, конечно. Она говорит, Самвел, ну, она мне сразу сказала, Самвел, 99% будет нормальный результат. 99%, только никому не рассказывай ничего, пожалей моего труда. Не надо рассказывать, потому что люди разные. Я делаю, они могут глазить, могут все, что угодно. То есть, ну, негатив вот этот людской, говорит, это очень опасно. Не относись к этому так равнодушно и спокойно, думая, что ничего этого нету. Это малесенько, спасибо. Тоже, что я обращалась до нее. А, вот та женщина. Да, ты что, мне так она мне писала в ТикТоке вчера, какая-то тетка, что я в ТикТоке сидела, я говорил про вот этих нарциссов, и она говорит, что у меня сейчас с дочкой занимается Олеся, выводит из этого состояния. Потому что там жестко тоже. Нарциссы долбаные. В общем, Олеся, спасибо. Все, я старался не рассказывать. Она говорит, я уже посмотрела. Говорит, уже все. Уже я там рассказал. Уже то. Только что не сказал, как врача зовут и как клиника. Все остальное. Она ругала. Говорит, не говори ничего. Я еще просила. Сам Бельчик. Ну, слава Богу. Она говорит, в тот раз аж заболела, говорит. Олесенька, спасибо тебе. Кица огромная. Кто что не каже, но она умная. Да. Кто-то может верить, кто-то не верит. Мне насрать. Кто что думает, кто что каже. Я знаю, что она мне помогает. И для меня это важнее, чем те кобылы, которые пишут гадости. То, что ему сказать. Поэтому. Да. Поэтому врач Рубан, кому надо, обращайтесь, у кого там операции по глазам. Кстати, мы были сегодня в клинике, мне в Инстаграме парень пишет. Помнишь, пальто такое было, высылала то ли Илона, такое драповое на пуговичках, легкое. Мы продали в Киев жене парня. И вот этот парень маме тоже сделали, и сделал Рубан операцию. Тоже? Да, то есть неделю или две назад делали, и потом второй глаз. И мама говорит, видит хорошо, написал мне. 75%. Не было вообще зрения, не знаю какая, но было зрение вообще почти на нуле. Осталось 75%. Ой, то, наверное, Самерики пальто. Самерики пальто драповое. Не знаю. Драповое, черное. Да. Мне кажется, это Илона. Илона высылала. Да, они потом показали. Лола. Лола. Высылала, по-моему. И они купили в Киев это пальто жене. И вот маме его делали операцию. Маме. Тоже Рубан делал операцию. И что хорошо. Поэтому врача найдете, кому надо. Мне показал тому пальто. Да, да. Вот это его маме делали операцию. И вот он мне написал, что мы вас видели. Мы зашли, говорит, было неудобно к вам подойти. Типа. Да. Я говорю, тайтун сказали, говорю. Так что тоже Рубану спасибо огромное за это. Вообще я не представляю, какие это руки, какой это труд. Они не ожидали, как это? Вот такие да приятные, рассказался. Ну это шо? Жесть, конечно. Я не представляю, как эта операция делается. Это сложнейшая операция, что кто не понимает. Біля його той же молоденький асистент. Парень туда. Это тоже будет. Бач, він тоже ж таким толковый. Ну да. А біля такого профессора. Молодец, конечно, Рубан. Потрясающе. Так что спасибо всем и хирургу, и Олесе, и всем, кто поддерживал. Спасибо громадное. Спасибо всем, да. Спасибо большое вам. Так что такое. Так что не поссорились мы с Олесей, не переживайте. И не собираемся ссориться. Вы можете, что хотите, писать. Надеюсь, есть хочу. Ну так давай, я тебе организую. Ой, нам сегодня, ребята, икры и все. Чуй, давай. Давай, ось дивися, ось диви, яка утка є, Самвелька, ось дивися. Каже, Тамара, ну це утка, вона каже, трошки перетує, але вона хороша. Я зараз тобі ось, в общем, сідай, я тобі зараз організую їсти. Давай, іди.
А это мы были с Алиной. О, уже нема. Уже нема. Не мила кузила, Надя. Такое заведение, кстати, классное вообще. Вообще, сходите, кто знает, найдет тут. Орешки вот эти не мила. А ты ела, мам? Кого? Ела? Да я ела. Ты ела? Я буду есть в 5. Та не господи, я не за орешки. А 5 часов вона буде їсти. Ой, блядь, перелякані. Я в 5 часов собі. Перелякані. Кого? Хто? Так 15 минут. Проси, щоб ти мені. Проси. Розрешив маленьку скипочку. Мама, а тобі можна? Мам, давай, поки сахар тебе не те саме. Ой, він коли буде той сахар, я ж все одно колюсь. Я ж не багато. Раніше такі скибяки, а тепер по кусочках нарізали і все. Раніше так верх знімаєш. Так что, ребята, вот такой врач. Ничего там, секрета никакого не было, что думали, подвох. Кто-то мне писал, что там кто-то рассказывает, что мы никакой операции делать не будем. Что это все брехня. Что это все брехня. Та, и сейчас напишут, что не делали. Успокойся. Поэтому, просто потому что Олеся просила не рассказывать. Я бы, конечно, у меня язык бы не держался за зубами, я бы рассказал бы. И рассказал бы, и в больнице бы снимал. Так я никому. Тамара с Любой приезжали в тот раз, я даже Тамаре с Любой не сказал, в какой больнице мы делаем. Я даже Надю ругал, никому не говорить. Никому, никому. Олеся Строгана просила, никому ничего не говорить. Ну и за диагноз она, конечно, говорила не рассказывать, но я не выдержал. Ну, слава Богу, она говорит, я была уверена, что все будет хорошо. Она это и говорила, мне писала, у нас километровые переписки с ней сейчас. Поэтому мы не поругались. Мы общаемся. Все нормально. Надя, что ты делаешь? Теперь можно, Ира знает. Да даже Ире не говорил, какая клиника, иди еще. Нам врач Антика рассказать. Ну, рассказывай, набирай, что я. Знаете, какие помидоры, можете себе представить? Черный принц. Ты хорошо расскажешь. Правильно, не перевернеш ніяке слово. Почки, кинь накривати. Може, буде або зробити з якою? Зроби. А то іскалі по двох. Що Самвел не розказує, що він скриває? Потому что эти черноруты, тиктоковские, те эти ютубовские, кабучи. Из-за вас и не рассказывал. Так что, Лесенька, спасибо тебе. Который раз. И врачам спасибо. Потому что, когда такое дело, ты со всех сторон стараешься помочь. Сказала, не рассказывай, да? Ну, Олеся, да, мам. Я поняла. Молодец. Потому что она ходила и в церкви, и молитвы, и что-то делала, я не знаю, что. Ну, работала. Поздравили, наверное, с самого свечи. Не знаю, она говорила, что я работаю. И чтобы взяли на операцию, и чтобы прошла удачно. И на период восстановления. Ну, через месяц приедем, посмотрим. Спасибо миллион раз. На консультацию. А там тогда, если кому надо, я ссылку оставлю на Инстаграм. Потом не пишите, дайте мне связаться с Олесей в Инстаграм, ребята. Тамара принесла? Да. Каже, вона трошки перетушилася, каже. Ну, вона вкусна. Ну, Тамара теж хороший чоловік. Хороша, така хороша. Вона б з нами погуляла, так у неї ж отом приїхала з села. Приїхала Таня із дочкою, яких вони поросят беруть раз у год. В селі живуть за 150 кілометрів від Києва. Так я знаю, це її подружка. От, і до неї приїхали, бо дочки треба поступати. І знаходяться. І вона віддала все. Не поступати, а Тамара казала, що дочка поступила. В общежитті, що шукає десь. Живуть, може. Ну, все одно, раді неї приїхали.
І Тамара спішила, бо в неї люди вдома. Скоренько, скоренько віддала все. І ще каже, давайте я вам завтра їсти. І завтра, на завтрак. А ти що, з ума сошла? Уже ой, а які родители у Аліни, боже мой. Какая мама. Хороша. Хороша. Тамара дуже хороша, мені подобається. Вона така сама спокійна. З якою тобі робиться мед? Красний. А що ти їси? Курицю. Утку. Що? Утку. А, утку. Це Тамара привозила. З овощами. Утка свіженька. Вона ж для їх... Там і курага, і фініки, і виноград, і ягоди, і ікра, і риба, і сири. Там багато привезла. І все таке цінне. Те що? Это мы приехали на рынок, все купила там, вот мама. Ага. Мама Алины купила. Ага. Хороше все. Такая икра добра. Крупна. И не дуже солонюча. Если б можна по одному бутербродику у день. Трошки масла намазала, тоненько. І оце ікри. Воно зовсім другий буде вкус, як одна ікра. Ну ти ж мені дав і ту попробувати. Хороша. А чорна понравилась? Понравилась, хороша. Хороша, і чорна, і красна, хороша. Чорна трошки мілча, але вона більше в неї вітамінів. Більше ціниться. Я красну більше люблю. Хороша. Та, там і палка сира. Знаєте, а ти яку більше любиш? Я колбаса. А ти яку більше любиш? Не страдаю, ніякої. Да? А кетчуп йому не треба? Ні, я теж не страдаю, але... Тобі може кетчуп дати дружки? Та, мабуть, утку вже... З м'ясом. Їж, з м'ясом. А гребушок ти дала їм? А ялка. І кетчуп. О. А вечором буде чай. На ікру кетчуп, ну? Сюди прям? Він не дуже крепкий, самалка. Я пробувала. І сюди? Не нахота. Лагідний. Це для тих, хто із картошку, це так можете... Утягся тобі сюди. Вместо ікри із кетчуп з маслом. Дуже вкусно. Привозили, буде нам їсти надовго. І Тамара, йогурти, помідори, і торт оп'ять. Арбуз принесла, утку, багато теж. Ми вчора привозили, сьогодні. Хліба, стіла, куча. І хліб, і багет там ще купили. Переломила його. Mm. Класно. Куди їдати їжу? Так, то позаді вже все. А? Позаді вже все. Ну, хоч і ту поїш. Вкусна ікра, обалденна. Така, як... От риба, як немножко, коли сушиться. Вот та ікра, яка дуже вкусна. Похож привкус риби, коли сушеная, класная. Покапали ми. Будемо ще з часу сьогодні капати. Тепер. Угу. Перший і третій. Перша і третій. Угу. Через 5 минут. Так. Да. І потім у 9 і всі 3. Угу. Да, каплі розписали. Фух. Нам нічого бачити. Лучше, так? Ти замістила? А ти холодненький компотик будеш на закуску. Вона тепер хоч на мене вже дивиться, а то ж вона дивилась в сторону. Вона два рази сама прийшла. Перший раз я злякала, другий раз. Надя, я сама пішла. Я ще сама піду. Коли сама пішла, я двері зайшла. Ну, тепер ж цей газик лучше бачу, як лівий. Ой, Боже, що ти? Відкрили. Деякимось кусочком бачу. Та не надо. Деяк голову повернеш. Отак. Ну, да. Ну Василіна, воно буде з кожним днем, буде краще, краще побачити. Подруга не дзвонила? Хто? Подруга твоя. Так, подруга. Ти що? Зіна. Ні, не дзвонила. А могла б і подзвонити. А чого вона? Як кажуть, пройшла любов. Зав'яли помідори. Так і це. Чай вечором п'ємо, так? Да. Так, дружить, дружить, і другого так. Він їсть. Така гінку. Він їсть, да, їсть. Да. Яку ти їсти, чорну? А яка це?
Красна. А прямо дивись. Прямо, нічого не діли. Прямо погано. Бачу теж, як ти поближе. А як далі... А раніше ти не бачила, навіть якщо поближе. А цвіту ви не бачили раніше. Так. Ну цвіту ви не бачили раніше. Чи чорне, чи біле, може, чи жовте. Може, додавалось, може. Та, ну не так різко, щоб я замітила, що о, Васильівна, пеніни нема. Сутки тільки пройшли, як зробили операцію. Так. А між прочим, вам робили ще трьом чоловікам, і вони сьогодні всі троє були у його. У цього професора, всі там жінчина одна. Він професор, так? Да? Га? Він професор. Він професор. Да? Ну, тут написано, що він професор. Я не бачу. Так, да, професор. Ну, посмотрите, кому треба. Ну, написано, що він професор. Доказали. Давайте хороша краса. Ні. Краса мелка, хороша. Крупна. І не сухарича. Ні. Там така є біла, ні, там ні. Така і красна. Допросили, хто врач. Писали в тік-токі много. Я не говорил, потому что не надо. Нормально сейчас все есть. Я сказал, как пройдет операция, будут какие-то результаты, тогда скажу. Поэтому не ищите никаких подвохов, там где их нема. Глазик хороший, берегти теперь надо, хоть бы, даже если дуже улучшение не будет, а чтоб я могла до туалета, до стола, да, двери, да. Об стенку не гекаться. Да, не да. Надо мені, не. Пока Надя в мене, пока мені дзвонить. Надя не буде коло нас, сам Велки буде дзвонити, а мені телефон. А де Надя дінеться? А куди, а хто, який, кому хто буде дзвонити? Ну, я знаю. Може, я буду бачити. Таблетки бачить. Знаєш, коли кажуть, що чоловік, що робить мама чоловік, коли прозріває, що він перше бросає? Що він перше? І ніколи не вспоминає. От чоловік, який був сліпий, якщо він прозріє, о чому він забуде одразу? О якому предметі? Чоловік куди уходить? Коли чоловік був сліпий, прозревает. О каком предмете он забывает сразу и навсегда? О своей болячке. Ну о чем он забывает? Это предмет. Предмет? Да, то, что ему помогало ходить. Ну человек. Ну что ему помогает ходить, когда он слепой? Человек, який ухаживает. Нет, а если нет человека? Вот слепой с чем идет? С палочкой. Что человек бросает, когда прозревает? Палку. Палку и забывает о ней. Да. Вот так и ты. Может, я буду бачить. И Надю уже в сраку. Не в сраку. А она же не будет сидеть, если я буду бачить. Таблетки считать. И она будет сидеть. Но если ты будешь бачить, если тебе можно будет... Если тебе надо, ты сможешь готовить сама. Сама не засыраться, понимаешь? Нельзя. Колоть сама себе инсулин, если ты сможешь. Ну я ж була нормальна, я ж колола. Я ж нікого не просила. Чотири рази в день колола. У живіт і ліву. Це коли було? Ну, в Мелітополі жила. Це скільки років назад було? Сім лет. Чи восьмі. А ти пам'ятаєш себе там в Мелітополі і зараз, яка ти? Сім лет назад я в Мелітополі була. І сама колола, і таблетки пила. Ну вже ти сама колоть не можеш, ма. Надо иголочку закрыть, открыть. Оно там такое тонюсеньке, что зрячий. Там и зрячий не. Надо так аккуратно, чтобы... Бо оно можно в бок уколоться. А чтобы не думать, чтобы не руки разломать. Она раньше по центру была. Ты сказал, она теперь у бочок. Так, ребята, операция пройдена. И меньше расширяет. А сюда... Тот, кто радуется, порадуйте. Спасибо за поддержку всем. Всем зрителям, что переживали, то там и те писали. И даже в больницу люди гавкали, обсирали, даже во время операции. Писали, еще не сдохла. Писали, писали. Сказать, мы такое не видели. Да и в ТикТоке писали, в Ютубе такое писали. Это ж кабучи ютубовские приходят. Поэтому правильно, что я не рассказывал. Сейчас, Савалка, если нам сейчас через месяц на консультацию... И получается полгода от операции в феврале.
Фюрер. Будут вытаскивать. А остался у нее силикон, я недорассказывал. Силикон это будет забрать через полгода. И Надя ж не будет сидеть, мене ждать. Как ты думаешь, или переезжать сюда? В Киев? Да в Киев. Який Киев? Ну мы же договаривались, что Надя будет с тобой. Да. Все. Если ты будешь видеть сама, обслуживать себя сама, то ты будешь сама. Я если не будешь, то будешь с Надей. Не буду, вона ж не буде. А что не буде? Ні. Додому як? Куда додому? Ну, значить, тут вещи перевозить і сидіть тут. Ну, візьме, що їй надо, і буде сидіти тут. Звісно. А Надя то і хоч. То треба буде їй на день-два, якщо все буде нормально. Ну, так що сирне, я говорю? Якщо все буде нормально, на день-два Надя поїде, собере лохми свої, а ти поїдеш і привезеш. Це і кота треба, і все. Ну, вещи. Господи. Що, для чого? Кажи. Виключив. Не бреш. Та виключив, говорю. Аліну, ти молодець, що Аліну сюди привів. Ти знаєш, я мучилася, що я так сказала. А що ти так? А, за то? Да. Ну, дуже хороша сім'я. Вона зовсім от така, вона на відео, а це пишеш. Ну, пишеш, звісно, пише. Вона така ж. Така брехлива. Ой, брехливо. Надя, покушав, він хорошо. Хорошо, хорошо. Він ще вечором прийде. А чого ти компотик не п'єш, мама? Мам, я вже наївся, напився. Ми з Аліною були в кафе. Орішки, Надя, трошки давали. Завтра уїжджаємо, ребята, назад домой. Так що... Всім спасибо. Ти приходиш вечором? Не знаю. Но... Чай п'ємо. Чай, щоб прийшов вечором. Торт. Там торт такий, взагалі. Ой, взагалі.